Всем привет, с вами Нойсер. Сегодня мы с вами будем проходить безумный лифт. Он будет подниматься на этаж, на котором нам нужно будет проходить испытание. Ставьте лайк под это видео и подписывайтесь на канал. Ну а мы погнали! Как тут все красиво, как-то мемно немножечко. Все там, где есть эмодзи, мне кажется мемным. А у меня монетки есть, а что это значит? Я не знаю, давайте попробуем ботинки взять. Все, я взяла ботинки, что? Обалдеть, так это ж классно. Так, короче, идем вот этот лифт, я так понимаю, это он. Да ладно! Здрасте, всем привет! Все, он едет, он поехал! Так, первый этаж. Воу, все такое темное. Надо куда-то заходить, надо что-то проходить. Сейчас мы разберемся с вами. Так, есть дом. А если тут клоун есть? Вот какой-то дом. Тут сразу такой-то страшный звук. Кактус. Он меня не убьет. И что это? Что за пищалка? У кого-то факел есть, это вообще классно. Надо было тоже факел купить. Что за звук, блин? Что за звук? Стремное что-то. Сейчас, наверное, что-то произойдет. Возможно, сейчас кто-то, не знаю, напугает нас, клоун. Или еще кто-нибудь. Да ладно! О, господи! А он уже кого-то убил. Я могу в доме, походу, прятаться. Хорошо, что я зашла в дом уже. Свет врубили, хорошо. Все, я прошла! Надо было просто не попасться на него. Не знаю, мне кажется, мне чисто повезло. Кто-то умер. Ну ничего страшного, всякое бывает. Ладно, держимся дальше. Едем на следующий этаж. Может, мне помогут даже ботинки. Может, это из-за них. Мне повезло то, что я успела подняться в какой-то из домиков. У меня уже дофига монет. Как будто каждую минуту мне дают монет. Это за что-то. Воу. Фонарик можно взять? Не, ничего нельзя, зато клацать можно. Так, тут что-то не по... Что опять происходит? Сейчас кто-то, наверное, появится. Воу. Страшно. Очень страшно. Я не пойму, туда нельзя пройти или как? Да, туда нельзя пройти. Так, ладно, ждем, может быть... Здрасте, приехали! О, господи, о, господи, о, господи. Бежим, 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 убегаем. Убегаем. Подарок какой-то... Страшная музыка. О, спокойно, 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 спокойно. Я надеюсь, меня никто не напугает, никто меня не найдет. Чего все красное? Можно тут просто постоять? Он же меня не найдет, правильно? Он высокий, капец, он всех убивает. Я выжила! Я выжила! Нифига себе, людей умерло, нас все меньше и меньше. О, страшилка. Страшно. Я не думала, что так жестко будет. Почему такие персонажи страшные? Когда-то точно должен быть клоун, я уверена в этом. Либо Слендер, либо кто-то типа будет, я уверена на все 100%. Какие-то персонажи, которые уже считаются страшными. Я даже не знаю, боюсь я клоунов или нет. О, тут хорошо, свет есть, хоть что-то. Так, песок. Есть какой-то дом, может нам бежать в дом на всякий случай. Что вы сделали, что? Происходит. О, господи. Где он появится? Где он появится? Я не знаю, где стоять мне, чтобы меня не убили. Вон, зеленые человечки какие-то. Надо убегать, надо убегать. Может, это классно, то, что я купила скоростные ботинки? Типа, убегать быстрее от них могу. Нифига себе, что? Что за НЛО? Что за НЛО? Я не ожидала такое. Мне капец походу. Это инопланетяне! Это инопланетяне! Они за мной бегут! Они за мной бегут! Нет, я выживу, я выживу, я выживу. Каждый раз все сложнее и сложнее. Я выживу, все будет хорошо, я убегу от них. Я прошла, я прошла. Это было сложно, серьезно, это было очень сложно. Ждем дальше следующий этаж. Чем выше, тем сложнее. Намного сложнее, вы видите, уже инопланетяне было, и НЛО одновременно. И вообще от всего надо было убегать каким-то образом. Ладно, главное, чтобы было светло. Я не против, все, проходите, если будет светло, реально. Кто-то с пружинкой, все ребята с какими-то всякими прикольными штуками. Кто-то с факелом. Так, тут тоже светло, так, что-то сейчас будет интересное тоже. Что-то другое должно быть. Вы опять инопланетяне? Серьезно? Я думала, что это все. Вызволил! Нет! Ого! Что, я прыгать могу высоко? Обалдеть, это же круто! Подождите, они должны были скорость добавить. Нет, 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 нет! Пожалуйста, 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 пожалуйста! Я живу, у меня все жизни есть, я живу, все хорошо. Мои ботинки сверкают, вообще пушка! Господи, страшно! Опять НЛО, опять инопланетяне. Мы не прошли или как? Почему опять инопланетяне? Надо как-то держаться. Нормально, я смогу, все, я уверена, я это пройду. 100% пройду. Кого-то убили? Я реально счастлива, что у меня есть ботинки. Почему НЛО стоит на месте? Опять я выжила. Кто-то с половиной хп остался. У меня вообще фул хп. Ставьте лайк, если вы считаете, что я хорошо это все прохожу и выживаю. Реально, это сложно. Ну ладно, с инопланетянами было не так сложно, как когда второй раз уже было. Потому что я понимала, чего стоит ожидать. Приехал или нет? Приехал. Так, о, вау, Майнкрафт. Это очень красиво. Так, тут можно бегать, быстренько бегаем. Почему кто-то вообще бегает прям невероятно быстро? А, это пружинка, потому что у них я тоже хочу пружинку. Так, тут кто-то есть, я не хочу сюда идти. Смех как у клоуна. Так, ну сюда он точно не доберется на крышу. Может, я смогу на крыше устоять все это время? Че, появился, нет? Это Соник, это Соник! Это Соник!
О, господи, о, господи! Чья-то башка отлетела! Нормально, 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 я смогу. Все в порядке, я справлюсь. Он идет за нами, господи, стрёмный Соник. Это же персонаж из игры детской. Почему он такой страшный? Нельзя наверх забраться. О, и все? Да ладно, почему настолько легко? Я ожидала, что будет жестче как-то. Может, сейчас опять будут второй раз и сделают как-то усложнять, и будет сложнее? Я хочу, чтобы усложнили как-то. Ну так неинтересно, я хочу прям, чтобы хардкор был, чтобы убегать опять. Интересно, я бесконечно смогу вообще на этом лифте кататься? У нас еще многие остались, ребята, у нас реально очень много выжило. Так, выходим. Темнота, опять темнота. В пещере в какой-то или что это, на метро похоже. У меня нет фонарика! Свет вырубился. Не-не-не-не, тихо-тихо-тихо, спокойно, держимся. Я хочу ходить за чуваком с факелом. Так, туда нельзя зайти, нормально. Все в порядке, главное держаться. Кто появился? А, вон, клоун! Клоун-убийца! Это же это оно! Да, согласна, оно страшный. Ну, типа, в фильме не так страшно. Я смогу тут прятаться? Это просто там спрятался в этом, в щели маленькой. Если он сюда зайдет, он просто нас всех убьет одним махом, мне кажется. Жесть, там резня. Обалдеть. Так а мы можем постоянно в лифте прятаться? Он в последний момент зашел в лифт. Мне очень повезло. Еще бы чуть-чуть просто, он бы до меня дошел. Ладно, я намерена выжить, насколько это можно долго. Я не планировала умирать. Поэтому пока что держимся, пока что ждем. Все будет хорошо, я верю в это. Фу, нервишки шалят, если честно. Новый, приехали. Так, вау, каждый раз все круче-круче. Что это? Кто это вообще? Он выглядит странно. А, ребят, вы что к нему спускаетесь? Вы что, самоубийцы? О, ну да. В смысле ты сюда идешь? Не иди сюда, не поднимайся. Где он? Господи, где он? Вон он начинает всех просто убивать. Нормально, я спряталась, он меня не найдет. Он в лифт пытается зайти. Че, в лифт нельзя зайти? Нормально, ждем. Пока что он убивает всех, кто там поблизости к нему. Я не думала, что я умру. Че, откуда у меня пицца? Что? Что-то странное было. Нормально, живем. Да ладно. Он зашел все-таки. Опять выжили, да что ж такое, он в конце заходит в лифт, и мы все выживаем. Обалдеть. Такое чувство, будто людей стало больше. Они должны были умирать. Вон моя пицца, кстати, лежит. Откуда она у меня вообще, я не понимаю. Я, походу, где-то ее поймала. Верните мои ботинки. Все, нормально, я в ботинках. Опять инопланетяне? Вы серьезно? Опять инопланетяне. Ну, может, сейчас будет жестче? Так, нам нельзя стоять по углам, надо стоять где-то посерединке, потому что сейчас появится НЛО. Если появится НЛО, это будет капец полнейший. Так, инопланетяне вышли, сейчас НЛО. НЛО появилось рядышком. Нормально, пока что живем. Я просто взяла и выпрыгнула отсюда. Нормально, буду просто тут кайфовать, жить. А теперь можно, походу. Теперь НЛО сюда даже может добраться. Ладно, от инопланетян я, по-моему, избавилась, или они тоже могут перепрыгнуть. Каким образом они перепрыгивают? Это через сетку невозможно пройти. Ладно, тут больше пространства, это самое главное. Если больше пространства, тем быстрее можно убежать. О, господи, такая музыка еще, знаете, она добавляет понервничать. Добавляет нервов очень хорошо. Так, инопланетяне здесь. Все, мы выжили, это все. Но это было прикольно, то, что уже сделали, то, что можно выбираться за пределы. Может, лучше бы сделали свет НЛО, который может убивать как-то побольше. Не знаю, хочется, чтобы усложнялось. Но музыка быстрее. Походу, это все-таки усложняется. Я не хочу с оно, чтобы было. Я боюсь оно или с тем чуваком, который в маске был, второй, который на втором этаже, который был. Я очень не хочу его, это бустер. Что? Гренни? Что? Кого-кого, но Гренни я не ожидала здесь увидеть. Куда вы, ребят? Нормально, на крыше тусуемся. А мне ничего не будет, если я на крыше буду постоянно. И что ты так смеешься? Что ты мне сделаешь? Я на крыше. А что так это? Свет выключили? Страшно. О, что за бред, почему свет выключают? Очень стрёмно было. Типа, кто где находится, там и смогут убить. Она, кажется, сюда поднялась. Или нет? Я не вижу, поднялась она или нет. Тут чуваки есть, у которых мало хп. Ладно, будем надеяться, что она не здесь. Кажется, она где-то внизу, а я ее не вижу. И все, уровень прошел. Да, мне кажется, все-таки чем дальше, тем сложнее. Смотрите, нас как будто опять прибавилось. Нас все больше и больше. Как это происходит? А, походу, лифт бесконечный. Скорее всего, реально бесконечно могут заходить новые чуваки. Только что, кажется, даже зашел. Я думала, должен хоть кто-то выжить остаться. Так, что тут интересненького? Опять инопланетянь! Не, космонавты какие-то, космонавты. Я могу сюда тоже... О, запрыгнула. Among Us! Что? Это музыка из Among Us! Это Among Us! Да, не цветные, это Among Us-ики! Я обожаю Among Us. Все.
Все, вы мне ничего не сделаете, потому что я их брат. Я сама как Among Us. Кто-то из них предатель. Ай-яй-яй-яй. А что так жестко? Сразу кого-то зарезали. Обалдеть. А где они? А, вон они светящиеся, кажется. Так их 4 должно быть. Или они сами, если кого-то убивают, то и сами умирают. Что в лифте происходит? Там опять кого-то убили. Слишком много людей убили. У некоторых по половине хп опять кого-то убили. Куда ты сюда направляешься? Чуваку чисто повезло то, что у него немножко хп осталось. Прям очень повезло. А можно мне за монетки что-нибудь купить? Или мне надо только возвращаться обратно на спавн? Я не хочу, пока что у меня есть ботинки. Ладно, хорошо, пусть хотя бы ботинки пока что будут. Вроде бы с ними я прохожу, значит, ничего больше не надо. А если будет сложнее, то придется реально вернуться и потом зайти с какой-то новой, более крутой вещью. У меня уже 2 400 705 монет. Соник, все, я поняла, это Соник. Ждем, он там будет, короче, сейчас туда ребята придут, он будет там их всех убивать, а потом прибежит сюда, но у него не хватит времени, и я зайду в лифт. Все, это будет кайф, кайф кайфичный. Все, начинает смеяться, жду! О, музыка начинается, сейчас выйдет, ускоряется. Что за фиолетовый чел бегает? Что происходит? Как будто чей-то фиолетовый дух умершего какого-то. Ну давай-то выходи, ты уже хватит смеяться. Давай! О, началось. Орать-то так зачем? Давай, начинается. Как люди не могут убежать? Реально, если бы у меня не было ботинок, я умный вообще выбор сделал, как сердце подсказало просто. Потому что люди, которые без ботинок и без всяких ништячков, они очень медленно как-то бегают. Все, он не успел добежать, только половину дороги прошел, и в итоге шо? И в итоге мы опять в лифте. Берите вот эти всякие ваши эти осколки, что это такое? Почему у всех есть какой-то след? Он мешает, это дискотека какая-то. Я уже как старуха какая-то. Дискотека, да уберите вы. Я хочу спокойствия. Давай, начинаем. О, кажется, это... Нет, этого не было еще. Так, где тут у кого-то фонарь есть? Я буду идти вместе с ними. Сейчас кто-то должен гоняться за нами. Спокойно, надо держаться на расстоянии. Оттуда кто-то выйдет. Может быть, это опять оно будет? Вдруг сейчас опять реально оно выйдет и будет быстро бегать просто и всех убивать. Давай, ну уже! Так, ладно, ботинок у меня нет, но я могу всякие другие ништячки купить. Факел, обязательно нужен факел. Почему как болт выглядит? Ну ладно. Пицца нафиг не нужна, плюс 1x жизнь. Ракетная обувь, что тут есть еще? Катушка скорости. Лавовая катушка. А чем отличается ракетная обувь и катушка скорости? Типа по акции, по скидке? Зелье скорости, катушка исцеления. Давайте купим вот это. Сферу какую-то. Нормально, все, она хотя бы освещает. Давайте скоростную в этот раз купим. Все, я накупила всего, чего только можно. У меня все равно дофига еще монет. Все, там, кажется, игра началась. Ну я успела, я здесь. Опять этот чел, я и здесь буду. Опять то же самое. Или нет, это опять оно? Я не могу понять, кто это. Так, хорошо, что у меня есть факел. Нет, кажется, это было уже, только я забыла, кто был. Ё-моё, динозавр! Так, я в лифт. Ну хотя бы сюда он точно не дойдет. Нормально, живем, все хорошо. Мы держимся с вами, все хорошо. Держим кулачки, мы не умрем. Динозавр слишком огромный, он тут просто не может пролезть. Все, мы выжили. Нормально, теперь я уверена, что я до конца прям дойду. Дайте какую-то сферу, может, возьмем, а то слишком ярко в лифте. Все с этими следами ходят. Слишком ярко, слишком много цветов каких-то. Они все еще прыгают. Может, им это помогает? Следы же все-таки освещаются. Может, реально это работает? У некоторых зеленые факела, они, походу, лучше, чем оранжевые. Надо будет потом проверить, надо будет потом купить. Я вообще все могу закупить. О, этого еще не было. Что тут будет происходить? Кажется, отсюда кто-то выйдет. Буду сферу держать в руке на всякий случай, чтобы у меня больше жизни было, чтобы меня не убили с первого раза. Давайте за чуваками пойду, сюда может встать. Ой, страшно. И где? Выходи! Твою дивизию. Сразу кому-то бошку оторвал. Слендер, я ж говорила, он тут будет. Это изи было догадаться, что будет Слендер. Я в детстве капец как боялась в Слендера играть. Это для меня вообще очень страшно было. Даже в лес потом боялась ходить. Нормально. Он сюда не дойдет. Все хорошо. Кажется, его факела, может, отгоняют. Я не знаю, как это работает. Все, он только хотел в лифт возвращаться и наконец-то опять. Лифт заработал, он как чувствует просто. Почему тогда в прошлый раз, когда меня убили, он не почувствовал? Это был мега какой-то странный чувак, просто он быстро вот так вот перемещался. Все, отлично, музыка скоростная, значит сейчас будет жестче. Опять слишком много разных цветов, пожалуйста, уйдите. Капец, у меня боты, обалдеть просто. Давай, пошли. Что за лабиринт? Тут реально лабиринт какой-то. Куда мы идем? Мы идем к кому-то, кто нас будет убивать, это же нелогично. Ой, кажется, что-то начинается. Так, надо держаться с кем-то, у кого есть факел, потому что у меня боты сейчас.
И чё, где? А, еще не вышел, еще не вышел. И где хоть кто-то? Я слышу какие-то звуки. Интересно, кто будет в этот раз? Кто еще есть из таких страшных? Ну, есть этот, о, господи, я забыла, у которого улыбка такая безумная большая. Это он в итоге, как я угадала? Это он, мать твою! Все? Что? Это все? Это был какой-то слишком легкий левел. Все, что мы сделали, это погуляли, подождали, он вышел, и мы зашли сразу же обратно в лифт. Мега странно. Главное, что выжили. Я вот хотела, чтобы было жестко, и умерла, когда было действительно жестко. Что-то боты не работают, чтобы я как-то быстрее бегала, я не знаю. Амонгасики! Опять амонгасики! Держимся, держимся. Так, добавим вот тут вот факел. Лучше факелом все освещать, я тогда точно все буду видеть. Все стоят рядом со мной. Привет, мальчики. Ждем, 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 ждем. Когда там уже будет это, импостер найден? А может, оно реально так одного оставляет амонгасика, только, типа, выбирается какой-то импостер, который будет всех убивать? Импостера нашли! Да, желтый в этот раз, а в прошлый раз, по-моему, был голубой или зеленый. Не-не-не-не-не, давай, уходи. Так можно в лифте постоянно быть. Так, он пока что всех убивает, нифига себе, он нереально быстро всех убивает. Сейчас, если спустятся вниз, у которых мало хп и добьет их, то все, минус просто человек 5, мне кажется. Давай. Все, он ко мне не лезет, это самое главное. Все! Я смогла выжить, я смогла выдержать. Но это было, да, это было безумно уже. Это было намного как-то уже быстрее. В прошлый раз было не так быстро. Почему мы на спавне? Типа лифт приехал, вернулся? У меня все есть, я опять пошла в лифт. Сейчас опять буду проходить. Он закрыт, лифт закрыт. О, вот показаны все, которые есть. Что происходит? Что? О, господи, о, господи, о, господи. Че вообще? Нифига не поняла, это было жестоко. Давайте опять купим сферу вот эту вот. 5-2 силовое что-то. Лавовая катушка. Давайте, вот эта обувь мне больше нравится. Я надену ее, все-таки она, хотя прыгать можно, не знаю, бегаешь. Зеленый факел, давайте зеленый факел, плюс 1 к жизни, ну ладно. Все нормально, теперь можно идти, опять можно идти. Давай, я в лифте. О, тут уже испытание только что началось. И что это может быть вообще? Гренни, опять Гренни? Она странная какая-то. Она очень странная. О, я тоже могу сюда запрыгнуть, она же сюда не доберется. О, господи, а как ты запрыгнул? Я постоянно перепрыгиваю. О, все, я запрыгнула. Кажется, она сейчас уже начнет двигаться. Она с мечом. О, что-то королева Гренни какая-то. Давай, нормально, все. Некоторые ребята, походу, выжили все-таки с прошлого раза. Чему ты на башке у нее стоишь? Сейчас она отходить начнет, вам капец. О, господи, как она быстро всех убивает. Просто нереально. Раз-два. Хорошо, что я забралась вверх, просто на чувака посмотрела. Реально, сердце подсказывает, как мне надо выжить. Почему так быстро бегают? О, господи, кошмар какой-то. Я выжила! Вы видели, сколько людей умерло? Я выжила! Я думаю, это заслуживает лайка. Дальше, давайте. Интересно, что будет еще. О, вот это, конечно, интересная игра. Реально интересная. Постоянно разные испытания. Знакомишься со всеми хоррорными персонажами. Кстати, монетки все-таки потратились. Я думала, они не тратятся. Так, ночь. Что-то я уже знакома с этим. Это уже было несколько раз. О, отлично, я забралась на забор. Меня тут точно никто не найдет. Факел купила. О, зеленый факел у меня есть. И кто тут появится? Как что никто не появился. Непонятно. А, динозавр опять будет. Это динозавр. Тут динозавр. Где он? Где он? Вот он наступает. Капец, такой красивый. Красивый? Ты не выглядишь правдоподобно, но ты красивый. Можно тут опять прятаться, потому что сюда он не зайдет никак. Все, он в тупике, он не может просто быть. Что? А, это хвост его, а не голова, или это голова? Не, все, сюда он не пройдет. Изи. С динозавром самое изичное. Так, обувь возвращаю обратно, она мне нужна. Чудесно, как чудесно. Купила вообще все, что мне нужно только. Надо просто смотреть, как ты наблюдать. Если я сразу же понимаю, что что-то реально стрёмное, что-то быстрое, просто какой-то сложный уровень, какой-то сложный этаж, мне сразу же нужно брать эту сферу в руки, потому что она добавляет все-таки жизни. Так, куда мы приехали? Опять динозавр? Не, господи, мне страшно туда прыгать. Что тут будет? Я не хочу прыгать. Ладно, давайте я тоже с вами прыгну. Блин, это опять оно! Да или нет? А это та фигня, на которой я умерла! Сферу. О, господи, я буду держаться подальше. А я могу взять эти ботинки и спрыгнуть? О! Чудесно! Я не могу воспользоваться факелом! Все, кажется, он вышел. Это немножко другой уровень. В прошлый раз на сразу же закинула вниз. Можно пойти сюда просто и стоять здесь. А где он? Я надеюсь, он вверх не пойдет. Это оно все-таки. Ой, нифига, он быстро всех убивает. Оно балуется просто своим безумным смехом. Все, я смогла уйти от него. Ой, кто за шапочкой с арбузиками? Какая красота, такое летнее. Волнуюсь. Я устала переживать на каждом уровне. Оно непонятно просто, что будет. Ты как бы по обстановке просто замечаешь. О, такого еще не было. Нет, было. Это было уже. Тут будет страшный чувак с маской. Только я не забыла, как его зовут. Вот он, да. Я забыла, как его зовут. Но сейчас нам лучше пойти сюда, наверное. Сюда закрыт проход еще, закрыт. А может, нам нельзя будет уже проходом воспользоваться? Ты идешь или нет? О, все, он пришел. И наконец-то нам можно убежать. Можно здесь просто стоять, он
сюда не пройдет, потому что он высокий. Да пройди ты уже! Не, он сюда никак не заберется, я уверена в этом. Это просто невозможно. Жесть, кого-то еще убил. Безумная игра какая-то, реально безумный лифт. А где он делся? Все! Я хотела уже выйти на поиски. Все, можно обратно менять на мои супер-боты. Какая музыка классная. Тут-тут-тут-тут. Она такая какая-то быстрая, значит сейчас будет что-то реально тоже быстрое и сложное. Как-то музыка немножко подсказывает. Типа, готовьтесь, засранцы, вам купец. Такого еще не было. Или было? Нет, не было, что за робот? Робота точно не было еще. Как его освободить? Сейчас тут загорится кнопочка зеленым. Это означает, что он будет выпущен. Все, оба-на. Только не лазером, не бей лазером. Ты двигаться будешь? Он вообще двигается. Он ничего не делает. Ты двигаться будь. Он двигается. Чё он такой медленный? Нифига, он с первого раза всех убивает. Просто дотронуться и убил. О, господи, он лагает. Ты чё, реально, самый настоящий робот. Можно в лифт зайти. Он сюда же не пройдет, правильно? Скажите, пожалуйста, что нет. Не, он сюда не пройдет. Он, кажется, выше, чем двери лифта. Вообще, я бы сделала, чтобы в лифт был, типа, вот эта вот стенка первая, вообще полностью вся свободная. О, всех сюда телепортировала. Чудесно. Я вас поздравляю, ребята, с пройденным левелом. Но робот это такой. Наверное, меньше всего мне нравится. Он неинтересно, что это за персонаж вообще страшный такой робот с красными глазами. Давай, 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 дальше, 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 дальше. Музыка не подсказывает, забудьте, что я сказала. Это не было безумно сложно, это было наоборот легко. Че тут? Воу. Похоже на век, ну вот, я вспомнила, как его зовут. Похоже на мир Векны. Из очень странных дел. Реально все такое черно-белое, серое. Кто-то тут уже стоит. Наверное, он и будет убивать. О, господи. Не, мне больше нравятся боты, на них прыгать хотя бы высоко можно. Что ты за молитву читаешь? Давай нападай или уходи. Слышь? Капец, их слишком много. Мне кажется, сейчас что-то жестокое будет. Сейчас все сойдут. Сколько их там? 4 штуки. Какая музыка! О, господи, она слишком хорошая. И все? Что? А что произошло? Она ведь даже не нападала. Что-то странное. Или нас только готовили к чему-то. Может, сейчас опять будет какой-то уровень? Вы, кстати, заметили, я купила сферу, но никогда ей не пользовалась еще. Она и не понадобилась никогда. Я просто трачу деньги. О, инопланетяне, инопланетяне. Привет, привет, привет. Я готова к вам, инопланетяне. Поехали. Вечеринка запускается. А можно, пожалуйста, две НЛОшки? Давайте две НЛОшки или три, я не знаю, чтобы сложнее было. Нет, одна. Конечно, получать одну. Так оно даже не убивает. Смотрите, чуваки, которые попадают под нее, вообще их никак не убивает. Не трогает их даже. Я думала, она хотя бы засасывала, не знаю, сделали бы что-нибудь, чтобы можно было засосать. Было бы интересно. Ой, я на заборе стою. До меня никто никогда не дойдет. Я просто гений по тому, где прятаться. Можно еще туда вообще наверх пойти, тогда точно никто не дойдет. Там, где чувак тоже стоит. А я смогу допрыгнуть сюда? Смогу, конечно. Все, меня никто не тронет. Изи, это слишком легко. Но одновременно это как-то волнительно, страшно. Если вы под этим видео наберете 10 тысяч пальчиков вверх, я обязательно выпущу еще. А в описании есть ссылочки на мои соцсети, обязательно спускайтесь и подписывайтесь. Ну а с вами была Настя. Всем пока-пока.